Кто из европейских защитников может заменить Березуцких и Игнашевича? Никто. Честно, не знаю. Незаменимый игрок. Ну давай вот этого из Реала кудрявенького такого, Марсело. Денег не хватит. Пике. Компани. Смолинг. Я хочу, чтобы Кассели играл в ЦСКА. Кто из европейских полузащитников мог бы заменить Пондуса Вернблума? Азар! Нет, ну Азар это атакующий все-таки человек. Мустакио. Я Туре. Вильям Карвалья из Спортинга. Вальгет. Составьте свою линию нападения, ЦСКА. Абамиянга, Суарес, Харри Кейна. Давай Дебалу туда поставим. Надо что-то делать с Мусой, либо тренировать его, либо вернуть Вагнера Лава. Хитаряна. Азил. Ликозе.